Здравствуйте, меня зовут Екатерина Голдина. Вы смотрите программу «Афиша» на телеканале «Самара ГИС». Какие культурные события ожидают самарцев на грядущих выходных, расскажу в ближайшие несколько минут. В субботу Центральная городская библиотека имени Надежды Крупской приглашает поучаствовать в игре «Денежный поток». Это одна из самых популярных настольных игр в мире. Она обучает финансовой грамотности. Видя свои ошибки на игровом поле, человек понимает, что совершает их и в реальной жизни. Получить необходимые в современном мире финансовые знания и новое мышление можно 21 сентября в 17:00. Ребят старше 7 лет приглашают поучаствовать в новом творческом цикле от музея-галереи «Заварка». Вместе с музейным педагогом ребята будут читать сказочные истории, обсуждать сюжет и исследовать устройство волшебного мира. Темой первого занятия, которое пройдет 21 сентября, станет сказка Петра Ершова «Конек-горбунок». Помимо обсуждения прочитанного, юные сказковеды посмотрят диафильм, порисуют и поиграют. Начало занятия в 11:00. Музей Эльдара Рязанова проведет сразу две пешеходные экскурсии в это воскресенье. В 12:00 горожан приглашают исследовать литературную Самару. Среди ее героев Лев Толстой, Владимир Высоцкий и Михаил Авдеев. В 16:00 на экскурсии «Сюжет вкуса» можно будет погрузиться в гастрономическую историю города. Начало маршрута от Кухмистерской Альфреда фон Вакана. Сентябрь пока что радует нас хорошей погодой, а это значит, что сезон кинопоказов под открытым небом продолжается. В сквере Эльдара Рязанова 21 сентября покажут советскую экранизацию сказки «Золушка» в 16:00 и фильм «Близнецы» в 18:00. 22 сентября зрителей ждет «Морозко» в 16:00, а в 18:00 комедия «Сердца четырех». На этом у меня все. Выбирайте, что больше по душе, и отправляйтесь отдыхать. Всего вам самого доброго. Увидимся на следующей неделе.